единственный вариант это уехать с него. Ты 43 получает по шапке. Сдохни. Грязный чухан. Мир молодец. Спасибо. Тоже молодцы. Что, не материть на этом стриме? Как обычно. В смысле? Не понял. Это что за булыжник в огород? На комбо надоело, конечно, материться. Когда ты сказал мне? Мир, давай попадай. Не волнуйся ты. Да я специально мажу. Мне нужна просто инфа, меня будет кто-то перекрывать или не будет. Понимаешь, что я его не могу перестрелять, этого типа? Да, понимаю. Так и забей на него. У тебя есть... Нет, ты один, ты никому не нужен. У тебя никого нет. Даже КВ-2 тебя не кроет. А почему они там стоят? Что за прикол? Подожди. Ну, ребят, ну, помогите, блин. Крикни, там нужна помощь, КВ-2. Они реально не видят тебя. Они же сейчас просто фланг сольют. Не-не-не, на них наведись прям. Наведись на них реально. Ну, играй от борта, тяни время как-то, я не знаю, что делать тут. Я не понимаю, как мне его убить. Ты кликнул им? Да. Вот тебе КВ-2, как я сказал, нужно, ну, типа, так точно, вот сейчас приедет. И Е25 кликни, нужна помощь. Я, понимаешь, я без голды. Понимаю. Во, вот это нормально ты пошел. Давай-давай, держи его на пиках, тупо. Токсиком будь. Еще, блин, КВ-2 от кого отхватил? Слушай, а ты... А, слышишь, попробуй через урон на другую сторону перевалиться и в каток его убить. Обновляй каток, но на другую сторону перевались. У тебя выбора просто нет. Обновляй, 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 главное. Блин, чтобы он тебя не поджег. Хорош. Офигеть, починился, починился, нет. Не, ну ты все равно хорош, ты прям четко его. Да, как ой, тебе Е25 помогает. Тупо, тупо жопой стоит тебе. От 43 только главное не получает. Все, шикарно. Господи. Зайди. Что происходит? Я просто не знаю, как тут вывести дальше. Дальше на пуделя поехать, а что еще делать? А, там 43. Не-не-не. Да, там никак. Ну, только тут оставайся и все. Что еще делать? Я хочу пробегать. Может, даже на ту сторону. А, тоже вариант. Не, она справа же была, она вот тут была, вряд ли она переехала на ту сторону. Ну просто сейчас может получиться ситуация. Да я понимаю, да, они меня с двух сторон забьют меня до смерти. Ну а какие у меня варианты? Да. Вот пудель. Назад прикрываешь. 43. Раз вариант на пуделе развернуться. 43-ка далеко, она не успеет. Ну, как раз обе стволи, она тебя дала. Офигеть. Хорош. Блин, он тебя каток да. Спил. Зараза. Как? Подожди. Хорош. Давай. Хорош. Офигеть. Только арта. Сейса под ту сторону. Под ту сторону дома вообще. Ну вот тут она тебя не покинет. Но ты не точно сам понимаешь. Есть идея, прикольно. А, до конца гейминг. Кто-то с базы поехал. Мне кажется, он так же стоит тупо сверху и все. Вообще без вариантов. Думаешь? Ну конечно, если ты столько тут бился с пуделем, а он за все это время так и не поехал. Ну, по-моему, все понятно по портрету психологическому данного игрока. Фу. Найс трай, но это ГГ.
Ну это генерал Мороз, на то стопудово. Как думаете, пробегать его или нет? Ну давай, типа, чисто для контента показать его шикарную позицию. Это гениально. Это просто гений. Это идиот. Генерал Мороз в деле, скилл на пределе. Батяю, заработаю. Психологический портрет говорил. Ага. Да? Я не ожидал, что он на боку лежит, отдыхает. На я вам говорил, что генерал Морозы это, ну, это лучшие игроки. Это лучшие игроки в этой игре. Можно было все ожидать, но не это. Я мастера получил за поражение. Хорош. Ты основной калибр. А, нет, не получил основной калибр, точно. Нет, это генерал Мороз, это, конечно. Это, конечно, жестко, да.